Вітаю у прямому ефірі студія на телеканалі «Репортер». З вами Наталія Опара. І сьогодні у нас у гостях декан факультету адвокатури Національного університету Одеська юридична академія Євген Хижняк. Вітаю вас. Здравствуйте. Нещодавно у Одеській юридичній академії відбувся День відкритих дверей. Цей захід викликав шалений ажіотаж серед вступників. Чи багато з цих юнаків та дівчат, які відвідали День відкритих дверей, мріють в майбутньому стати саме адвокатами? Наталья, вы правильно действительно заметили, что это действительно грандиозное мероприятие в рамках Национального университета Одесской юридической академии, и мы его все ждем с огромным нетерпением. Сергей Васильевич Кивалов, президент университета, уделяет огромное внимание Дню открытых дверей, и мы его проводим не так, как все другие вузы. Мы очень тщательно подходим к подготовке этого мероприятия, открываем, как вы правильно заметили, все двери, абсолютно все двери и общежития, и аудиторий, и специализированных классов, чтобы наши абитуриенты смогли увидеть все возможности и те условия, в которых они будут учиться. Факультет адвокатуры всегда к себе привлекает огромное внимание абитуриентов. Это связано с престижностью профессии адвоката, с тем, что у нас в стране действует пока еще монополия на адвокатуру. И, как вы знаете, что только адвокат имеет право на сегодняшний день представлять интересы граждан, юридических лиц во всех государственных органах власти и судах. Поэтому профессия адвоката, она всегда была и есть и будет востребована. Также профессия адвоката привлекает к себе внимание тем, что адвокат считается одной из самых свободных профессий в юридических специальностях. Адвокат сам себе выбирает те дела, которые он будет вести, сам определяет гонорары, которые он возьмет и установит за то или иное ведение дела и представительство интересов. Адвокат, так скажем, как многие говорят, практикующие адвокаты, сам себе начальник. И это привлекает молодежь тем, что сегодняшняя молодежь, она насколько свободолюбивая, она насколько любит, чтобы над ней никто не давлел и никто не пытался, так скажем, командовать, поэтому они вот очень сильно тянутся к адвокатуре. Багато вишів в Україні готують саме юристів, адвокатів. Але чим вирізняється факультет адвокатури Одеської юракадемії, він, як мені здається, був саме перший в Україні створений майже 20 років тому. За ці 20 років, який так етапи становлення пройшов факультет, що на сьогоднішній день ви можете запропонувати абітурієнтам? Чому серед усіх інших університетів сьогоднішній школяр, а завтра вже майбутній студент, має обрати саме вас, саме юридичну академію? Як мінімум, тому що президент університету є діючим адвокатом. Важливий факт. Сергій Васильович Кивалов недавно возобновив своє свідчення на право займатися адвокатською діяльністю, тому це ще одне підтвердження тому, що адвокат – це на сьогоднішній день одна із найпрестижніших юридичних професій. Факультет адвокатуры действительно, как вы заметили, имеет очень давнюю, длинную историю, богатую историю. И мы можем гордиться такими преподавателями, как Бронс Иосиф Львович, который является главой Совета адвокатов Одесской области. У нас председателем Государственной экзаменационной комиссии является председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии Рудницкая Наталья Анатольевна, такие ведущие преподаватели, как заведующие кафедры судебных и правоохранительных органов и адвокатуры, доктор юридических наук Бакаянова Нана Мизеновна, которая также является действующим адвокатом и секретарем палаты квалификационно-дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии, Джабурия Елена Александровна, которая является заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области, мы можем похвастаться тем, что у нас около 90% всех преподавателей, которые преподают на факультете адвокатуры,
это руководители адвокатских объединений, это адвокаты. Также у нас много очень преподают судей, прокуроров, которые в отставке находятся. Но основная масса преподавателей, основной костяк преподавателей – это действующие адвокаты. Мы гордимся тем, что при поддержке Национальной ассоциации адвокатов Украины у нас был открыт музей истории адвокатуры, где рассматриваются разные периоды становления адвокатуры от царской России до независимой Украины сегодняшнего времени. Мы гордимся тем, что у нас проводится международная конференция по адвокатуре, на которую приезжают не только все ведущие адвокаты, руководство Национальной ассоциации адвокатов Украины, но и адвокаты ближайшего зарубежья, иностранные адвокаты. Эта конференция вызывает чрезвычайный интерес и носит огромный практическое значение для развития адвокатуры и привлечения внимания к факультету адвокатуры. Мы гордимся нашими выпускниками, которые уже стремятся со студенческой скамьи пойти после занятий работать. Ведь не зря у нас приходят работать преподавателями практикующие адвокаты. Во-первых, они дают не только сухие теоретические знания, но и практические навыки. И когда преподаватель-адвокат заходит в аудиторию, он рассматривает студента не только вот с той стороны, что он только студент, но и как потенциального своего работника. Ведь каждый же адвокат хочет себе взять помощником адвоката, а в перспективе в адвокатское объединение, чтобы помощник адвоката стал адвокатом толкового студента. Поэтому у нас после окончания вуза все студенты трудоустроены. У нас таких студентов, которые не могут себе найти работу или мы их оставили без внимания, нет. Мы к тому же проводим ярмарку вакансий на базе факультета адвокатуры и приглашаем ведущие адвокатские объединения, адвокатов. И наши студенты, все без исключения, находят себе работу. Ни один работодатель, который приходит на ярмарку вакансий, не уходит без работника. Сергей Васильевич Кивалов всегда настаивает и подчеркивает, что мы в ответе за наших студентов. Мы должны их трудоустроить. И мы все делаем для того, чтобы наши студенты были трудоустроены и востребованы. Чи підтримуєте зв'язок з випускниками? Чи приходять вони до стін рідної альма-матер вже, можливо, у статусі викладачів, тих самих практикуючих адвокатів? Звісно, у нас багато є випускників, які стали адвокатами, які підтримують з нами зв'язок, які з благодарністю відзиваються о факультеті адвокатури, які при каждом удобной возможности, если наши студенты приходят к ним на практику, к нашим выпускникам, мы часто отправляем, передают огромные приветы. Они с удовольствием сами звонят и говорят: отправьте нам, пожалуйста, ваших студентов на практику. У нас вот только закончилась практика, все без исключения студенты пошли в адвокатские объединения, и работодатели только с огромной благодарностью отзываются о наших студентах и говорят, что вот таких студентов мы хоть сейчас готовы трудоустроить, и чтобы они вот работали уже на благо адвокатских объединений, но мы сейчас можем только вот предусматриваем возможность, чтобы они после занятий ходили, работали. В исключительных случаях на старших курсах рассматривается возможность индивидуальных графиков занятий. Студент ходит по индивидуальным графикам занятий, ему устанавливается отдельная процедура сдачи зачетов и экзаменов. Какие особенности подготовки на факультете? То есть какие специальные дисциплины має в первую очередь знать будущий адвокат? И как вы поєднуєте это с практичным, прикладным элементом? Знаем, что модельные судові засідання, которые также были на дні открытых дверей продемонстрированы, как часто вы до таких методок застосовуєте их? Подготовка каждого адвоката начинается с изучения истории адвокатуры. Как проходило становление адвокатуры?
И вы правильно заметили, что на Дне открытых дверей был только элемент вот такого модельного судебного заседания, а на самом деле это является доброй и стабильной практикой наших занятий. Вот сегодня преподаватель судебных и правоохранительных органов и адвокатуры, доцент Храпенко, проводила занятия, модельное судебное заседание в 5-м апелляционном административном суде, где, я хочу подчеркнуть, работает на постоянной основе кафедра, есть отделение нашей кафедры судебных и правоохранительных органов и адвокатуры, и там практически каждую неделю проходят занятия, модельные судебные заседания, где наши студенты могут себя попробовать в любой ипостаси. Ми з вами розглянули один з таких важливих елементів підготовки гарних спеціалістів – це висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Але з іншої сторони – матеріально-технічна база. Ті умови, в яких навчається майбутній студент – це не лише умови, в яких він здобуває освіту, але і, скажімо, в яких він проживає, гуртожитки. Що скажете про матеріально-технічну базу, інфраструктурне забезпечення Одеської юридичної академії? Ну, если честно, вот многие студенты не только Одессы, но и Украины завидуют тем условиям, в которых учатся и живут наши студенты, многие. И то, что создал вот этот оазис красоты и благополучия Сергей Васильевич Кивалов, это ему низкий еще раз поклон за те усилия, что он делает для наших студентов, потому что в таких условиях не просто вот хочется учиться, а вырастают крылья. И наши студенты с огромной благодарностью и восхищением ценят то, что для них делают, потому что не только важно вот прийти, сесть в чистую аудиторию, важно прийти еще сесть в чистую, теплую и светлую аудиторию. После занятий, когда ты устал, ты хочешь прийти домой, ты хочешь прийти не просто в общежитие, а в комфортное общежитие, где тепло, уютно, хорошо, где достойные условия, где не бегают тараканы, где не течет потолок, где у тебя не общий душ, как во многих других общежитиях, а отдельный душ, где ты можешь выйти на чистую кухню, приготовить хороший себе обед, ужин. Это все вот такие бытовые элементы, но они складывают общее впечатление и общий комфорт для наших студентов. И это, конечно, безусловно, заслуга нашего президента университета. До речі, проект «Зелений університет», який забезпечує теплу воду, гарячу воду та опалення у гуртожитках, підопічні вашого факультету, чи оцінили вони вже дію цього проекту «Зелений університет»? Чи подобаються їм ці сучасні технології, які сьогодні працюють? Весь мир шагает в направлении безопасности нашей экологии, и для нас, для всех это огромный шаг вперед. Мы являемся среди высших учебных заведений пионерами в этом направлении. Насколько мне известно, мы первые сделали такой проект, и он оправдывает себя, и студенты гордятся, и мы разговаривали часто со студентами на эту тему, они очень положительно воспринимают, потому что мы не только вот проводим занятия по юридическим специальностям, у нас много внеклассных мероприятий, внеаудиторийных, где мы обсуждаем вопросы, в том числе и экологии. На самом деле это проблема, потому что экология — это не только вот там чистые реки, озера, но это и наше здоровье. И студенты уже задумываются о том, чтобы сделать нашу экологию чище. И такой проект, он вызвал неимоверный ажиотаж среди студентов. Это очень длительный период обсуждалось. Конечно же, если мы смогли наших студентов заговорить, не заставить заговорить, а вот поднять эту тему благодаря такому проекту, еще раз задуматься о проблемах экологии – это здорово. Ми з вами говорили про один із профорієнтаційних заходів – це День відкритих дверей. Які ще можливості є у абітурієнтів, аби поближче познайомитися з університетом, зокрема з факультетом адвокатури?
С 23 по 27 марта мы проводим как раз в период весенних каникул традиционную школу юного адвоката. Як стати її слухачем? На социальных страничках нашего факультета, факультет адвокатуры, в поиске абитуриент набирает, или на сайте университета есть вся необходимая информация. Вы заполняете или Google форму, или набираете по номеру телефона, записываетесь, и вы становитесь автоматически слушателем школы адвоката. Программа этой школы заключается в следующем. Посещение совета адвокатов Одесской области, где выступил перед нашими абитуриентами председатель совета адвокатов Одесской области Брунс Иосиф Львович. Посещение квалификационно-дисциплинарной комиссии Одесской области. Посещение всех достопримечательностей. Это и ТИР, это и детектор лжи, это и музей редкостной книги, всех достопримечательностей нашего университета. И, конечно же, самая главная задача наших будущих студентов, а ныне абитуриентов, это подготовка к модельному судебному заседанию, которое пройдет в 5-м апелляционном административном суде на базе кафедры судебных и правоохранительных органов и адвокатуры. Хто буде викладати на школі під час школи юного адвоката? Хто буде ділитися своїм професійним досвідом із майбутніми вашими студентами? Звісно ж, наші ведучі преподаватели, професори, доценти. Також ми плануємо пригласити і в тому числі руководителей адвокатських об'єднань, які поділяться своїм практичним досвідом і что необходимо нашим абитуриентам учесть при выборе будущей профессии. Как вы считаете, чи допоможе цей проект, освітній проект школи юного адвоката, майбутнім абітурієнтам успішно здати зовнішнє незалежне оцінювання, чи буде там підготовка, можливо, там з історії України, з певних таких питань? Мы на самом деле на сегодняшний день задали себе вопросом и готовим ряд материалов научных по подготовке ко внешнему независимому оцениванию, методических материалов ко внешнему независимому оцениванию наших абитуриентов, с тем, чтобы они могли заходить в социальные сети, в Инстаграм, там у нас будет страничка отдельная, где абитуриенты смогут получить всю необходимую информацию, которая поможет им качественно подготовиться к внешнему независимому оцениванию. Конечно же, если будет такая необходимость в рамках высшей школы юного адвоката, мы уделим внимание подготовке и рекомендациям по подготовке к внешнему независимому оцениванию. Багато років тому ви також зробили свій вибір, обрали Національний університет Одеська юридична академія, успішно стали випускником цього вишу і сьогодні вже реалізували себе і в професії адвоката, і очолюєте цілий факультет. Чи можете ви дати кілька порад нашим абітурієнтам, аби, по-перше, вступити до юридичної академії та бути успішним студентом? Я би посоветував нашим абітурієнтам, то, что я ощутил. Я когда первый раз зашел в университет, я понял, что это мой второй дом. Вот придите сюда и почувствуйте ту неповторимую атмосферу, которая царит в Национальном университете Одесской юридической академии. ВУЗ надо выбирать сердцем. Вот как только вы перешагнете порог, поверьте мне, ни одна социальная сеть, ни один сайт вам не передаст той атмосферы. Придите, все посмотрите, почувствуйте. І ви поймете, що ви відсюди ніколи не захотіте уходити. Дякуємо вам. Ми ще раз усіх абітурієнтів, школярів, їх батьків запрошуємо до Національного університету Одеська юридична академія. Запрошуємо долучитися до освітнього проєкту «Школа юного адвоката». Двері завжди відкриті, не лише 29 лютого, день відкритих дверей в Одеській юридичній академії, як говорить Євген Сергійович Хижняк, який сьогодні у нас у гостях. Двері відкриті завжди і для кожного. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про вступну кампанію 2020, яка вже незабаром стартує. Залишайтеся з репортером.